Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный анекдот. Я надеюсь, тебе, именно тебе он понравится. Если ты, именно ты, не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Приходит бабулька в магазин секс-шоп, а бабульке лет 70 уже, вся трясется, еле на ногах держится, и спрашивает у продавца: «Здравствуйте, не подскажете, а у вас искусственные члены есть?» Продавец в шоке: «Да, бабулечка, есть, вот, пожалуйста». Бабулька снова продолжает: «Не подскажете, а вот такого длины есть?» Продавец: «Да-да, бабулечка, конечно, есть. А вот такой вот толщины?» «Да, бабулечка, конечно, есть. Но их у нас, вот, смотрите, только 5 видов». Бабулька снова продолжает: «Не подскажете, а с вибрацией есть?» Продавец: «Да, бабулечка, есть. Вот, он только один». Бабулька снова продолжает: «Не подскажете, а как его выключить?» Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!